Осенняя пора – излюбленное время года приморцев, когда можно наслаждаться нарядными красками в лесу. Самым популярным местом считаются Кравцовские водопады. Благоустроенная экотропа позволит с легкостью дойти до водопадов «Сказка», «Каменная чаша», «Дикая пасть», «Ступенчатый» и «Хрустальный». Сейчас есть возможность увидеть их с разных сторон, так как ручьи обмелели, и можно переходить по камням, не боясь замочить ноги. Осень – самое лучшее время, чтобы съездить в это волшебное место, где лес приобретает свой необыкновенный окрас. Клены уже покраснели, часть деревьев в желтой листве, и среди этих ярких пятен выделяются зеленые хвойные деревья. Под ногами шелестят опавшие листья, ставшие плотным природным ковром. Если хочется уединения с природой, то там, где благоустроенная часть тропы заканчивается, можно пойти дальше в лес по натоптанным тропинкам и собрать осенний букет из листьев. Оксана Якуш, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.